Всем привет! Получил я вот сообщение от Виталия Корзюкова. Человек пишет, что не может установить, значит, мою сборку, которую он скачал с Меги, на флешку, чтобы затем копировать на жесткий диск. Значит, ну, я вопрос написал ему, а на какой системе вы находитесь? Ответа не получил. В принципе, так. Значит, скачали образ, отформатировали флешку. И флешку, ну, если вы находитесь на винде, то образ можно записать или программой Rufus, или программой Yumi. Rufus ищется легко по Google, элементарно, пишет хорошо. А если вы находитесь, значит, на Linux, ну, я вам сейчас вот просто покажу весь процесс. Значит, как это происходит. Вот поглядите. Под любым моим видеороликом имеется ссылочка. Вот под любым. Нажимаете на эту ссылочку и попадаете ко мне на блог. У меня на блоге, значит, есть выход сразу на Мегу. Идете на Мегу. Вот мои 64-битные сборки. Можете здесь нажать, а можете нажать вот здесь. В основном это Linux Mint Cinnamon. Обратите внимание, что каждому из образов дается контрольная сумма. Ну вот, стабильная хорошая сборочка, где-то 2-4 гигабайта. Ну, первым делом для себя всегда не забывайте. Вначале качайте маленькие файлы. Обычная загрузка. Ну, пароль, имя пользователя, юзер, может быть, вы и так запомните. Идем в загрузки. Скачали эту крошку. Теперь идем и качаем, собственно говоря, сам изофайл. У Меги имеется свой собственный загрузчик. Поэтому вот здесь программа показывает, с какой скоростью идет скачивание. Когда скачивание произойдет, на это мне нужно 6 минут ждать, тогда она попросит показать ей место, где сохранить скачанный файл. Я просто ей укажу и все. А пока просто прервемся. Пока идет скачивание, для пользователей винды покажу вот один адресочек. В поисковой строке браузера просто заведете словечко Yumi, и он вас на этот сайт Pendrive Linux выкинет. Пойдете сюда, скачаете вот эту сборочку для винды. Rufus тоже в поисковой строке Google заведете словечко Rufus, вот это, и он вас выкинет вот сюда. Тоже скачаете вот эту сборочку. Они абсолютно крохотулечные. Вот Rufus, смотрите, моментально грузится. Yumi тоже моментально грузится. Образ у вас скачанный, и на винде вот или той, или другой программы берите и записывайте. Ну, Rufus'ом еще и проще. В Yumi там все-таки надо выбирать, там что вы там ставите, Mint и так далее, там указывать в опционы. А в Rufus'е просто взяли, наверное, целиком записали образ на флешку, да и все. Итак, программа скачалась. Вот показывает, что предлагает, куда загрузить. Да, я соглашаюсь, папочку загрузок. И сейчас она где-то еще вот минуточку где-то будет сохранять это в папочку загрузок. А вот это контрольная сумма другого образа. Как видим, они совпадают. Полное совпадение, значит, практически файлик записан, скачан правильно. Теперь, значит, этот файлик мы можем записать на флешку. Флешка отформатирована.
Опять-таки набираете USB. Вот, пожалуйста, запись образа на ISO-накопитель. Это один вариант. Значит, второй через файловый менеджер NEMO. Значит, еще что обычно я делаю, я всегда проверяю права доступа. Вот смотрите. Загрузки. Свойства. Права. Только чтение. Я меняю обычно чтение и запись. Так у меня очень многие из образа хорошо пишутся. Проверяю еще раз. Остались ли изменения. Нормально все. Так вот. Программу можно записать самим файловым менеджером NEMO. Вот оно. Создание загрузочного USB-накопителя. Нажимаете. Вот он здесь. Вот user. Пароль завели. И пошла запись. Все. И пусть он там себе записывается. И обычно еще я скачанные образы проверяю не только на контрольную сумму, но я еще их проверяю и на виртуальной коробочке. Но это, скажем так, уже по желанию. Это уже, так сказать, более придирчиво. Но зато уж если образ грузится в виртуальную коробочку, то тогда даже если он не записался на флешку, то в этом вините или программу для записи на флешку, а чаще всего в этом виновата сама флешка. Или старенькая, или еще что-то с ней не так. Вот таким вот образом. Итак, образ был успешно записан, о чем мы получили сообщение. А вот я вам покажу еще, как я проверяю образы, которые я скачал на виртуальной коробочке. Вот подсоединил его и запускаю. Посмотрим, загрузится он или нет. Вот типичное появляется меню, созданное программой SystemBank. Нажимаем Enter и ждем. Видно, что образ загрузился. Мне лично большего не надо. А теперь будем проверять все с флешки. Как это дело делается, покажу сейчас. Вот обратите внимание, я нахожусь на жестком диске. Вот у меня написано корневой раздел 49 гигабайт, ну 50 гигабайт считайте, занято 18, свободно 27. Теперь, когда я с флешки загружусь, вот здесь вот значения будут совершенно другие. Поэтому, значит, следующую часть видеоурока я делаю прямо с флешки. Итак, я стартовал мою сборку с флешки. Вот видите, корневой раздел чуть меньше 2 гигабайт. То есть тут все ясно, как говорится, и понятно. Дальше, значит, человек спрашивает. Как сделать разметку? В любом случае вам нужно где-нибудь там 10-20 гигабайт пространства на жестком диске. Ну вот, допустим, у меня два раздела вообще пустые. Ну, я вам покажу на примере. Вот седьмой раздел. Вот я просто-напросто беру его, удаляю. Все, раздела больше нет. И теперь на этом разделе я сделаю раздел под Linux, ну скажем так, где-нибудь там не 38, а напишу я там, ну, 23 гигабайта, формат Extension 3, я люблю этот формат. И меточку для него там делать не будем, потому что все равно на него сейчас пойдет запись. Применить. Сейчас освежит
Ну вот разделчик сделан, теперь у него уже номер 8, SDA8, значит, формат Extension 3. Теперь, значит, на него будем устанавливать сборку. Значит, официальные образы, вот здесь у них такой кружочек CD-ромного диска, нажимаете на Install и пошла установка. Авторские сборки, вот мою сборку и прочее, ставится программа SystemBug. Нажимаете на SystemBug, нажимаете на допустим, SystemCopy, если хотите сохранить имя пользователя User и пароль User. Если хотите другие, пожалуйста, там пишите здесь, например, все галочки зеленые стоят, вперед. И выбираем раздел, на который будем ставить. Ставить будем на какой раздел? Вот, на 8 раздел, где 22 гигабайта. Выбираем корневой раздел. Добавляем сюда наши, как говорится, пожелания. Затем подсоединим его также к разделу Swap. Нет проблем. Нажимаем на установку и старт. 19.27.10. Пожалуйста. Пишем 19.27.10. Время начала записи моей сборки. Ждем. Закончила запись. Сейчас 19.31. Ну, 31 отнять 27, понятно, 4 там с небольшим минутки. Вот, собственно говоря, и все. Без перезагрузок, безо всего. Программа взяла, полностью настроенная, и записалась. Теперь я перестартую с диска, где у меня было отведено там 22 гигабайта. И посмотрим, как оно встало, значит, на жесткий диск. Итак, ну, как видите, сборка установилась. Вот здесь написано 22 гигабайта на жестком диске. Папочку Home я закомментировал, потому что этот раздел не создавал. Вот, вот вам сборочка, значит, пожалуйста, пользуйтесь ей, как говорится, на здоровье. Доустанавливайте необходимые программы. Убирайте ненужные, как убирать ненужные программы, я уже 1000 раз показывал. Ну, могу показать еще разочек. Вот, допустим, убрать, к примеру, там программу Бразера. Правой кнопкой удалить. Пароль мы делали единичка. Вот единичка пароль. Вперед из песни. Сейчас вам окошечко, значит, покажет, что эта программа будет удаляться. Нажмем кнопочку ОК. И программа будет удалена. Как говорится, не только из списка программ, но и, как говорится, из операционной системы. Вот и все. Так что я желаю вам всяческих там успехов, удач. Заходите на мой блог, вот он, кстати, здесь, даже если что-то забудете, вот адрес. Наберете в поисковой строке, попадете сразу на место. Или просто в поисковой строке Гугла там или Яндекса наберите «Компьютерные советы от Алексея», прямо по-русски, попадете на мой блог. Все, желаю вам удачи, всяческих успехов, до свидания.